позаписывал. Стой, стой, подожди, покажи. Pork kimchi и... А, вот, beef and pork. 45 и 45. Это примерно $2 один и $2 второй. Это улица 2 апреля. По-вьетнамски Хай Танг Ту. Вот вверху адрес. Это заведение корейской кухни. Обещают, что здесь будет вкусно. Парковка для байков. Собственно, вход. Два этажа. Мы сели на первом. А огромное количество посетителей уже. Вот такое заведение корейской кухни. Большое количество посетителей. Вечерняя пора. Есть второй этаж. Ну и на первом достаточно комфортно. Это нам? Так быстро? Так. Смотри, как быстро. Что у меня здесь? У меня рис с говядиной. Со свининой. А, рис со свининой. Соевый соус с перцем и бульон какой-то овощной. И у тебя что? Ой. Сложно название. И это стоит? По $2, короче. Это вкусная штука. Да? Это 150 рублей стоит? А это сколько стоит? Это 60 долларов. Чуть меньше $3. Ну нормально, в общем, приемлемо. Вот такой корейский ресторанчик. Это рис кимчи. Рис, и в нем еще кимчи и мясо. А у Димы... У тебя тут что, смесь говядины, свинины и овощей, и тоже кимчи. 170 тысяч. Сколько это в рублях, Дима? 500. Вот мы втроем покушали. Для куриной ножки по 60 тонгов. Рис. Говядина и кимчи 45, и яичница с говядиной, свининой и с кимчи тоже 45, и 5000 еще за дополнительный рис, 170 долларов. В долларах это 7, 450 рублей, 450-500 рублей, ужин на троих, отлично.